О безопасности в песне. В Беларуси началась подготовка к масштабному проекту, который госавтоинспекция ставит вместе с детьми. Это мюзикл, в котором в необычной форме звучит серьезная тема. По сюжету маленькая девочка попадает в типичные дорожные ловушки. На ее примере правилам безопасного поведения на дороге будут учиться и зрители. В постановке, которую назвали строчкой из известной песни «Дорогою добра», более 80 юных актеров. Кастинги в несколько этапов проходили в вокальных студиях по всей стране, поэтому репетиции массовые и, конечно, длительные, невзирая на возраст актеров всего от 2 лет. За взрослыми ребятами, конечно, у них нагрузка намного больше и много выходов, более сложные и хореографические номера, и вокальные. Все это писалось на звукозаписи, разбивалось по голосам. Очень сложная работа, но очень интересная, и ребят иногда даже не выгнать отсюда, хотя уже 5-6 часов репетируем, но им очень нравится. Пока действие разворачивается в небольшом зале, но в июне мюзикл презентуют сначала на одной из столичных площадок, а затем в областных и некоторых районных центрах. Время для премьеры выбрали наиболее опасное с точки зрения детского травматизма на дорогах. Уже сейчас инспекторы усиленно дежурят вблизи школ и дворов. В конце учебного года, как правило, число ДТП с участием детей увеличивается почти в 3 раза. Особое внимание хочется обратить на дворовые территории, где школы находятся внутри дворов, и проезжая часть заставлена припаркованными автомобилями. Мы здесь находимся по утрам не для того, чтобы штрафовать грубых нарушителей, а для привлечения внимания. Мы, как со стороны госавтоинспекции, будем постоянно помогать участникам дорожного движения. Особое внимание и к водителям. Если еще 10 лет назад почти 70% аварий с участием детей происходили из-за их невнимательности, сегодня та же цифра, но по вине водителей.